Всем привет! С вами Прия. Сегодня вновь вскрываем недельные сундуки. Надеемся на то, что упадет что-то полезное и интересное для всех четырех персонажей. Редко, конечно, такое бывает, но все же вероятности есть. Поехали! Воин защиты. Палач. И... О, ё-моё, что всего так много? Это что, это итем на Варлока, да? Ну, хорошо. Сделаю сразу же отдельный видосик, в котором буду вскрывать легендарочку на Варлока-демонолога. Это плащик, который пойдет на продажу. Да. Окей. Модификаторы текущие, кровавый, мучительный, укрепленный. Ну, не будь мучительного, было бы вообще все легчайше. Но, в принципе, если хил магет, так сказать, в рейдовый отхил всех потерь целей, и люди не ловят лишнего урона, то вполне нормально можно ключики эти фармить. Так, почтовому ящику, отправка почты. Ой, какой там ник у меня? Звон на Варлоке. Отправить. Так, а куда варом уйти? А, я убегу сейчас к этому столу и там офнусь. Смысл тут стоять? Недельный сундук скрыт, как бы. Все есть, все готово. Можно и поесть, как говорится. Ага. Надо было 16-й мне ключик проходить на этой неделе. Или повыше, чтобы конкретно у меня был 15-й. А так придется с вас тянуть ключики опять. А, не самое это благородное занятие, конечно, но все же. Идем дальше. Хочу на ДК вскрыть самым последним. Следом паладин, потом друид, ну и потом уже только ДК. Текущий момент 4 персонажа 110 уровня, 4 танка. Возможно, прибавится пятый. Все возможно, но это не точно. Паладин защиты. Поехали. Плечи 965-е. А почему бы и нет? Делаем так. И вот так вот. Ну, а эти плечики можно продавать, которые мне упали с рейда. Они мне уже ни к чему. А, ну и да, надо будет трансмог сделать. Это как-то интересно выглядят эти плечи. Хорошо, небольшое улучшение. Допустим. Далее, друид. В конце видосика небольшие анонсы дам, чтобы вы вообще знали о том, что происходит нынче. Это вопросов до кучи у людей. Ответы как бы даны, но люди не хотят изучать информацию и получать ее с открытого какого-либо доступа. Друид, страж, поехали. Миландр? На друида? Серьезно? На фроста это был бы для меня идеальный лут. Ох, обговорился маленько, да? Да, лут для ДК я буду скрывать для фроста, не для Блада. Почему фрост? В новую гильдию, в которую я вступил после эксплойта. Эксплойт развалился сам по себе, а то почему-то начали люди мыслить о том, что, видите ли, я сам оттуда ушел. Ну, не знаю, у людей мозга, наверное, нет, кто считает так. Да, хотя как они так считать-то могут, если мозга нет, в принципе. Вот. Ушел в другую гильдию, и так как у них состав уже сформированный, танки есть, то моя роль будет заключаться либо как в роли третьего танка, либо дамагеры. Поехали. Легендарка на друида. Кстати, никогда не падала легендарка на друида. Ой, а тут перчаточки, да, упали. Зачем? Ладно, оставлю их, мало ли. Может быть, пригодятся. Почему не наоборот? Почему сюда не упал Миландр? С 45 на 60 это было бы неплохое улучшение по статам.
Ох-хо-хо-хо-хо. Ну ладно. Зато, у меня есть 985-й релик, который мне пришел по почте, когда мы убивали Аргуса при персональном луте. Это было классно. Она даже забагалась там настолько, что я прокликать ничего не мог. Вот весело было. Ждите два видосика с открытием легендарного предмета на друиде, с открытием легендарного предмета на варлоке. Надеюсь, упадет что-то полезное. Ну и там на стримы заходите. Все-таки рейды в этой новой гильдии будут. Будут ночью. РТ получается с 19 по Москве до 24, примерно как-то так, или с 20 начала. А гильдия «Берегите ноги», мною созданная, все рейды в ней, они прописаны в сообщении дня гильдии. Так что в ваших же интересах заинвайтить туда какого-нибудь твинка и просто следить за происходящим. Всех вам благ, счастья, здоровья, как говорится. Берегите ноги, чекайте видосики, чекайте стримы, ВК-группу, участвуйте в розыгрыше жетонов. Не зря вот этот текст в верхнем левом углу висит. Я вообще не понимаю, люди играют в Warcraft, а не интересуются розыгрышем. Забавно весьма. И как мне реагировать в дальнейшем на это, делая розыгрыши по крупномасштабней? Делать для 10 человек крупномасштабный розыгрыш как-то, ну, не в кайф, если честно. Берегите ноги. До скорого.